Карагандинских врачей обвиняют в изнасиловании пациентки психбольницы. Об этом пишет сайт «Интерфакс Казахстан». Как рассказывает издание, жительница Карагандинской области Татьяна Шаркова обратилась с заявлением в полицию об изнасиловании ее 20-летней дочери, страдающей синдромом Дауна. Как рассказывает мать потерпевшей, ее дочь положили на лечение в психбольницу в городе. Там она находилась около месяца. Несколько дней назад Шаркова забрала дочь домой, и она рассказала, что ее изнасиловал медицинский работник. Поскольку дочь нездорова, она не могла адекватно описать его внешность и назвать имя. Однако медработники психбольницы утверждают, что о таком случае слышат в первый раз и от журналистов. За всю историю существования нашего диспансера таких случаев у нас не было, и никто таких заявлений не подавал. А вот в прокуратуре Казбекбийского района Караганды агентству ИФ «Казахстан» подтвердили, что заявление от Шаркова поступило в Центральный отдел полиции города. Заявление матери пациентки было принято в производство. Сейчас отпрашивается весь медперсонал, сказали в прокуратуре. В полицию с заявлением обратилась женщина, в котором указывают, что в период нахождения в психиатрической больнице ее 20-летнюю дочь изнасиловал неизвестный медицинский работник. После объективного и всестороннего исследования обстоятельств, указанных заявителем, будет принято процессуальное решение.